В экстрим-парке «Урам» прошло торжественное открытие проекта «Инвестируй в себя, развивай республику», реализованное при поддержке молодежного правительства Республики Татарстан. Курирующим ведомством стало Агентство инвестиционного развития республики. Автором проекта стал студент Казанского федерального университета и советник председателя молодежного правительства Республики Татарстан по инвестиционному развитию. Еще 2 года назад Артур Маслевец принял участие в конкурсе инвесторов, а сейчас представляет собственную образовательную программу. Проект направлен на создание новых управленческих кадров, новых лидеров в сфере привлечения инвестиций, создание базиса управленческих кадров для Республики Татарстан и Российской Федерации. И вместе, работая с агентством инвесторазвития Республики Татарстан, мы как раз прорабатывали и создали этот проект и выиграли в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Татнефть». Ключевая суть проекта – позволить молодым людям с необъятным количеством бизнес-идей в голове реализовать свои проекты благодаря поддержке правительства, а также провести комплекс мероприятий, способствующих формированию и повышению навыков системного мышления и институционального проектирования у целевой аудитории, потенциально способствующие вовлечению в деятельность агентства. Мероприятие началось с приветственной речи советника председателя молодежного правительства Республики Татарстан Артура Масливца, после чего куратор проекта рассказала гостям о мерах поддержки молодым инвесторам и предпринимателям. То, что говорится, то, что делается молодежи, это и нас питает. Да? То есть мы получаем какие-то новые идеи, новые знания в том числе. Да? Понятно, что у нас такая сфера, при которой мы работаем в основном целевой аудиторией, являются люди, так скажем, уже зрелого возраста, состоявшиеся бизнесмены, которые реализуют инвестиционные проекты, а это сотни миллионов рублей, да, то есть это какое-то расширение бизнеса и так далее. Так здорово узнать новое о государственно-частном партнерстве, погрузиться в вообще сферу партнерства, инвестиций. Я еще со школы увлекаюсь экономикой, олимпиадами по экономике, и поэтому для меня это все дает возможность нового развития, узнать новое. Проект «Инвестируй в себя, развивай республику» вошел в число победителей грантового конкурса социальных инициатив «Энергия добра» ПАО «Татнефть» 2023 года. В рамках проекта 50 представителей молодежи пройдут уникальный инвестиционный интенсив с участием представителей органов власти и сферы бизнеса, известных тренеров. Участники проекта в течение 4 дней познакомятся с инвестиционной деятельностью Республики Татарстан, прокачают навыки деловой коммуникации, решат кейсы по государственно-частному партнерству от экспертов из Агентства инвестиционного развития, а также познакомятся со сферой партнерского финансирования вместе со Сбер. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз.